набережная Славского, около панорамы. Меня сбил Lexus. Я шел, видел его. Он пропустил одного пешехода и потом наехал, перепутал газ с тормозом. Он потом сказал то, что он инвалид на ноги или что-то такое. У него одна фара сломалась, и у меня перелом вот здесь, и шишка вот здесь. А водитель хотел меня забрать в больницу. Потом кто-то подложил под меня куртку, и потом вызвали скорую. На скорой мы приехали сюда, в центр матери и ребенка. И потом мне сделали операцию сюда. Потом на следующий день гипс поставили. Экстренный случай помощи – это одно, но послеоперационный период – это реабилитация. Требует, конечно, как минимум долгое время, то есть от одного до нескольких месяцев. И, соответственно, еще им нужна еще психологическая помощь. Это же как психологическая травма для ребенка считается.